Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Дом Кипер, и в прошлой серии мы открыли новый купол, купол с мечом. Я не на записи немножко потренировался, потому что, да, купол не такой простой, не такой удобный, как с лазером. К мечу определенно нужно привыкнуть к его, собственно, работе, да, и тогда кое-как получается. И, в принципе, да, после определенных улучшений он довольно удобный становится, этот купол. Но давайте мы сейчас посмотрим на все это дело в игре. Я прошел одну игру с этим куполом, с мечом. Открылся новый режим престижа. Мы на него в следующей серии посмотрим. Это у нас, типа, бесконечный режим, как я понимаю, игры. И открылась большая карта. Давайте пока на средней. И посмотрим на сложность, которая у нас в прошлой серии открылась. Сами напросились. Да, давайте посмотрим, как это будет. На этой сложности, конечно, очень тяжело. Нужно четко, точно знать, что улучшать, но... Да, мы, скорее всего, умрем довольно быстро и болезненно. Хорошо, поехали. На этой сложности цвет ресурсов немного другой. Давайте сейчас 3 штучки закинем. Вообще нам на самом деле очень повезло вот так прям сходу найти... Получается, сколько у нас? 3 единички. Ну, 3 этих самых жил. Не жила, а 3 клетки с полезными ресурсами. Нам теперь есть для ремонта ресурсы. 3 штучки на 3 ремонта хватит. И есть... наверное, сразу мы бур улучшим за эти 4. Не будем сейчас пока первым делом вкладываться в удобство. Пойдем еще немного покопаем, пока недалеко. И у нас есть возможность, да, это делать сейчас немного быстрее. Еще воды принесем. И вот сейчас, наверное, можно уже где-то плюс-минус идти. И сражаться. Нет, еще рано. Подождем, подождем. Фишка у купола в том, что он наносит больше урона, чем дальше его размах, да, этот меч наносит больше урона. Он может немного пострелять. При прокачке он может довольно неплохо пострелять, то есть позапускать этот, собственно, меч довольно бодро можно. Но, конечно... С лазером удобнее, как ни крути. Так, давайте сейчас... Ладно, 2 штучки притянем. А потом и 3 притянем. В этом куполе... Это штука для переработки другая. Забавная такая. И, наверное, сейчас... мы возьмем... Возьмем, что мы возьмем... Грузоподъемность, наверное. И можем сразу в режим сражения заходить. Так. Не очень удобно по летающим работать. Но при прокачке можно и целеуказатель здесь взять. И он тут весьма полезен. Можно к этому мечу щит небольшой приделать. И тогда снаряды от этих летающих можно отражать. Это становится очень уже удобно. Так, давайте не будем так глубоко сейчас идти. Наверняка здесь есть что-то поближе. Вот. Теперь, наверное, я сразу в скорость вложу. В следующую волну, я думаю, мы отобьем более-менее без пока прокачки какой-либо. Давайте сейчас чуть-чуть сюда. Наверное, надо возвращаться уже. Да. Так. Оп, промазал.
О, нет, 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 я его не добил. Нет, 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 давай, 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 давай. Добиваем, добиваем. Черт, это фиаско было. Не добил его. Думал, что добью вот этим ударом последним. И сразу вышел быстрее идти копать, но нет. Так. Идем, наверное, дальше куда-нибудь. Тут вот мягкая порода, пойдем в эту сторону, хорошо. Забираем, потянули. И надо, наверное, будет сейчас взять что-то. Я успею дотянуть, я надеюсь. Давай, нам уже пора, кажется, на оборону идти. Давай, 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 давай. Отлично. Сейчас переработаем все. И посмотрим, что мы можем улучшить. 7 у нас ресурсов. Да, я говорил, что на этой сложности у нас ресурсы другого цвета. 7. Наверное, сейчас у нас волна с ближним боем противников идет. Я, наверное, возьму улучшение вот это, да, улучшенная рубка. Так, и давайте сражаться. И тут просто машем туда, сюда, туда, сюда. Еще раз вот так, все, порядок. Порядок, полетели. Ресурсы. О, есть ресурсы. Довольно много вот этого титана-то у нас или что? Который мы ремонтируем. Это очень хорошо. Так. Давайте посмотрим, что мы можем сейчас взять. Я бы вложился вот в дальний укол. Мне вот эта ветка определенно понравилась, очень удобная. И щит тоже вот этот вот классный. Но, наверное, укол в первую очередь возьмем. Так. И там хватает нам, чтобы взять на единичку, чтобы мы прочность купола нашего видели. Можем в сражение, наверное, переходить. Да, уже вот-вот начнется. Ну, почти нормально получилось. Погнали дальше. Давайте, наверное, заберем вот эти ресурсы. Хочу ли я? Ну, наверное, да, мы, может, успеем. Оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо. Их притянуть быстренько. О-о-о, отлично, отлично. Погнали. Как раз нам надо возвращаться уже. Мы медленно и уверенно возвращаемся. Я думаю, теперь надо собирать... Во-первых, возьмем, наверное, уже вот эту штуку, чтобы видеть, когда волна будет уже более точно. За 4 мы толком ничего не возьмем. Вот это удобно. Удобно, но не так важно, да, показывает, куда конкретно полетит наш этот меч. Да, здесь тоже очень поможет, наверное, нам электрошок, черт. Давайте, наверное, на этой волне не будем его брать, сразу включаемся. И смотрим.
Так. Хорошо. Довольно быстро и легко справились с этой волной. Давайте, наверное, да, заберем вот здесь пару кусочков. Так, тут долго копаем, пойдем в эту сторону пока что. О, хорошо, улучшение. Я очень хочу лазер этот оглушающий. Он очень здесь помогает с этим мечом. Ну, посмотрим. В любом случае, любое улучшение будет полезно. Взрывное бурение. Мне первый раз попалось. Бурмистра я видел. Машину, которая использует воду, блин, для производства взрывных зарядов. Относите их в шахты и отпускайте, чтобы подорвать. Я даже не знаю. А, кобальт, кобальт. Не титан, да, это руда у нас называется, которой мы ремонтируемся, а кобальт. Наверное, мы возьмем бурмистра сейчас. В записи его у нас еще не было, поэтому возьмем его. Давайте, вытаскиваем его и сразу отпускаем. Он там начнет копать, пока мы будем тут обороняться. Что у нас по 6, да? 6, 6, 6. Черт. Ну, мы, может быть, эту волну еще переживем. И щит тоже этот хороший, не щит, а... Ладно, давайте. Так, так, так. А вот это... Очень неприятно. Я волна такая. Да, что, что ты будешь делать? Он тоже спрятался. И этот спрятался. А-а-а! Это фиаско. Так, надо ремонтироваться. Блин, это фиаско. Давайте мы таким вот образом отремонтируем наш купол сейчас все же. А, нет, не попал. А, и поэтому не попал. Черт, паника. Паника началась. Да, камон. Во, хорошо, одного убили, кажется. Блин, все улетели. И этот сейчас улетит. Давай, бум. Хорошо, и этого убили. Да, нам этот щит сейчас бы очень помог, который отражает снаряды. Так, хорошо, полетели. Ня, блин, на перезарядку нажал. Случайно, ну, на этот, на пробел, на атаку нажал и... Фу, вот это была тяжелая уже волна. Все, мы дальше не протянем, мне кажется. Да, на этой максимальной сложности. А бурмистра этого тоже можно улучшать. И у него... Его этот бур, которым он копает нос, тоже улучшается. И, да, дальше он глубже копать уже не сможет без улучшения. А, соответственно, это тоже трата ресурсов, которую мы, наверное, не очень можем себе пока позволить. Во всяком случае, да, на этой сложности это... На него ресурсы тратить не очень рационально. Так, нам надо возвращаться уже. Давай хоть что-нибудь заберем. Три штучки, все, бежим. Нам надо больше ресурсов. А, нет, не туда пошел. Давай. Нам надо ремонтировать щит. Срочно, в смысле, купол. Так, ремонтируем. Три раза. Ну, пока хватит, давайте. И поехали. Мы можем... А, электрошок мы не взяли, да? Ну, это простая относительно волна была. Относительно... Так, он там заснул. Его нужно будить периодически. Так. Но мы, наверное, пока не будем к нему спускаться. Он, по-моему, сам просыпается. Хотя, может быть, не просыпается. А, он проснулся, смотрите, молодец.
Тянем? Тянем. Хорошо. Восемь у нас. Нам надо бур улучшать. Без вариантов. Дальше мы копаем уже долго очень. И сверху копать особо, по-моему, уже нечего осталось. Оп, одного пропустил. Но это тоже легкая очень волна была. Прям очень. Так, хорошо. Пошли дальше тогда, раз мы можем уже глубже. Немного воды. Все, погнали. Шесть нам ни на что, по-моему, не хватит, да? А мы там все потратили, что было. То есть нам придется еще одну волну пережить как-то. Надо брать. Надо брать. Это очень удобная штука. Ладно, давайте сразу в сражение. И у нас возле меча, теперь возле основания, да, небольшой такой щит появился. Так, один удар. Да, промазал. Промазал. А вот эти вот снаряды мы, наверное... Да чёрт. На тебе, прям в лицо. Окей. Так, теперь в эту сторону пойдем. Тут более мягенькая порода, хорошо. О, там этот наш бурмистр до руды докопал. Приятно. Я помогу ему чуток. Блин, я его, наверное, подобрал? Нет, не подобрал. И сейчас, наверное, надо скорость улучшать. Нам как раз хватит на... А, нет, не хватит, блин, я же потратил, да, на щит. Ну, в смысле, на этот сам. Ну, щит он... Вроде называется. Отражающие снаряды. Наверное, не стоит. Не стоит. Улетать сейчас уже поздно. Так, окей. О, пара летающих есть. Можем... Оп, оп. Отражать снаряды к ним. Ау, 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 ау. Очень удобная штука, мне прям нравится. Ну, конечно, я часть пропускаю, да, потому что маневрировать мечом не успеваю, но в целом реально удобная тема. Так, надо сразу отремонтироваться. И нам надо еще притянуть ресов, чтобы скорость поднять. Грузоподъемность пока более-менее, да, а вот скорости уже не хватает. Да, чем больше карта, тем нам дальше летать приходится, естественно.
И тем более важны вот эти вот параметры скорости и грузоподъемности, особенно когда нет какого-нибудь там лифта, да, или телепорта. Берем скорость. Давайте еще немного посмотрим, хотя бы тут недалеко. Ничего ли у нас не осталось? Все, надо возвращаться. Немного опаздываю. Так, сражение. И поехали. Блин. Поехали, наверное, немного глубже пройдемся. Так, вот это недурно. 6 уже еще можно взять будет. Чуток. Там достижение есть 20 ресурсов принести за один раз. Мы, наверное, успеем еще сгонять туда, да? Я очень надеюсь за рудой еще разок. Быстро, 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 быстро. Сюда, сюда. Давай, 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 выходим, выходим, выходим. И мы уже там должны быть. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Так, сражаемся. Фух. Так, десяточка у нас есть. Нам надо в любом случае ремонтироваться, без вариантов тут. Хотя был вариант еще 4 принести и отремонтироваться таким вот образом, черт. Да, это было бы очень удобно. Щит можем больше сделать. А, нет, нет, пока ничего. Бурмистр там, наверное, до стенки докопал и спит. Он, конечно, забавный, но за ним нужно много контроля. Сейчас мы, наверное, сможем, я не знаю, может быть, еще скорость поднять, попробовать. Это прям, ну, реально очень полезно будет. Давайте подождем, пока переработается. Мне очень нравится, что у нас, когда мы садимся за компьютер, пауза есть. 16, блин, да, ремонт купола. Ремонт и еще больше прочности. Или все-таки скорость? Давайте скорость берем. И сгоняем еще, получается, разочек за рудой вот сюда. Тут одна штучка. Может, сейчас еще найдем? Нет. Наверное, нет. Ладно, возвращаюсь, возвращаюсь. Так, так, так. Не успеем, я понял.
Давайте попробуем парочку отбить снарядов. И этот отбили, хорошо. Может быть, сейчас получится... Блин, на перезарядку ушел, черт. Так, хорошо, с этим справились. Оп, 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 все отбил. Молодец, молодец. Молодец, погнали. Фух. Мечом хоть и сложнее кажется, но больше как-то кайфу получаешь, когда вот эти вот снаряды все отбиваешь, когда там получается нормально его запустить и несколько противников убить за один запуск. Конечно, клёвый, но им гораздо менее удобно. О, отлично, еще одно улучшение. А, нет, это уже не улучшение. Так. Так, это уже... Эти самые ключи для активации... Как он называется? Артефакта. Как-то так быстро мы до артефакта добрались. Ну, еще не добрались до него напрямую, да, но... Так. Сколько всего прокачать хочется. И грузоподъемность тоже взять хочется. Собираем, наверное, на вот этот вот ремонт. Да. Оп, не успел. Отлично. Почти отлично. Блин, он не умер. Погнали. Так, что у нас тут еще есть? О, дерево есть. А, стоп, это не дерево было, а что это? А что это такое мы тут сделали? У нас в таком этом самом семечко для дерева было, чтобы посадить можно было его. Я озадачен. Нам надо, да, в любом случае щит сейчас отремонтировать. И это нам его ремонтируют. Можно пойти еще немножко попробовать где-то что-то покопать. Может быть, по прямой просто вниз. Чуток. О-о-о, есть еще ремонт. Два кусочка, отлично. Все, возвращаемся, возвращаемся. Живем. Пока еще живем. Блин, мы можем артефакт попробовать быстро постараться выкопать. Не знаю, получится у нас или нет, потому что волны с каждым разом все сложнее и сложнее становятся, да? Пятерочку, за пятерочку мы ничего не купим. Так, хорошо. О, стоп, это у нас... Кто-то новый. Но мы с ним справились. Это было легко. Это было легко, пока что. Так, да, мы, наверное, часть принесем вот эту и потом еще. Тут у нас десяток сразу будет. Мы можем... Блин, столько вариантов, что бы хотелось мне сделать. Что бы хотелось прокачать.
На более легких сложностях у нас больше времени между волнами и больше как раз возможности всяких улучшений понабирать. Так, мы еще раз успеем сгонять куда-то. Хотя бы ненадолго. Скорость, конечно, прям хороша. Все, возвращаемся. Пару ударов сделали, пора уже. За штурвал нашего меча садиться. И первым делом, может быть, что-то улучшить даже. Давайте возьмем вот эту вот штуковину. Больше урона от укола будет. Сразу минус 3. Давай помирай уже. Пойдет. Тоже легким испугом отделались, можно сказать. Так, погнали, наверное, тогда с артефактом посмотрим сейчас, что мы можем сделать. О! А что это такое? А, слушайте, нам скорость бустит вот эта вот штуковина. Как интересно. Вода нам, наверное, не сильно нужна. Так, отпускаем. Единичку мы все же возьмем с собой. Просто потому, что она прицепилась к нам. Нам реально эта штука бустанула скорость. Какие-то капельки там собираются потихонечку. Так, 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 так. Мы успеваем как раз. О, замедлились. Уже. Сколько тут еще? 3. 11. Мне бы хотелось вот это вот улучшение взять. Ну и, конечно, дальше прокачивать нашего этого. Ну ладно. Ждем. Ждем волну. Воу! Что это было только что? Но волна довольно простая оказалась. Но что-то страшное к нам прилетело, вляпнулось в стекло нашего купола. Так, не собралось тут пока ничего. Ладно, идем. Тут копать, конечно, неудобно. Блин, надо пойти бур улучшить. Да. Потому что вот эту вот, например, часть мы будем очень долго копать. Она более прочная. Так, потянули, короче. И улучшаем бур. И потом дальше будем в этой стороне, в стороне с артефактом, пытаться выкапывать чего-нибудь. Опять же, грузоподъемность уже хотелось бы поднять. Потому что чем глубже, тем более богатые залежи у нас с ресурсами идут, да, и все больше ресурсов перетягивать хочется за раз. Так. Ну, нам надо улучшить бур по-любому. Без вариантов. Мы дальше копать не сможем. 6. Ну все, пока, наверное, на вот это вот все тратиться не будем. Бурмистр у нас в другой стороне, опять же, лететь туда к нему, тратить время надо. Он помогает, конечно, копает, но не знаю. Он тут как бы все улучшения по-своему полезны.
все эти, да, бонусы, которые мы собираем, да, но... С некоторыми из них Маруки немножко больше, чем с другими. Особенно пока их не прокачаешь там. Надо ремонтировать уже купол. Оп, промазал. Блин, черт. Но он сам себя убил. Так, погнали. А, может быть, там эта штука выросла снова, и мы сможем бустануть себе скорость. Нет, не выросла пока. Не выросла. Так. Артефакт вроде бы... Слушайте, он так глубоко. Вот, мы до него добрались. На воду тратить время я пока не буду. И... Так, тут еще одна... Нет, это туда идет. О-о-о, блин. Дай породу помягче. Спасибо. Спасибо, я пойду на выход уже. Нам надо идти оборонять наш дом. Но мы ничего полезного не принесли в этот раз вообще. Так, ремонтируемся. Ремонтируемся на все, что у нас есть. Так, сражение. Поехали. Разгоняемся. Это было тоже несложно. Так. Что у нас? Где у нас? Где-то... Прямо... О, есть контакт. Есть контакт. Тут и руда, и... Целых три ремонта, как-никак. Активируем. И тянем потихонечку. Так, два ключа из трех мы активировали. Там вроде по три, да, если я не ошибаюсь. Или по четыре, может быть, я уже что-то не помню. Давай. Быстрее. Так. Я, наверное, сразу ремонтирую один раз. 10 нам особо не на что сейчас потратить. И мы не успеем, наверное, слетать еще раз за ресурсами туда глубоко вниз. Но, может быть... Хотя, что, успеем. Плюс-минус. 12 как раз можем меч улучшить. Погнали. Давай. Быстрее. Нас там бьют уже, кажется, да? Чуть-чуть задержался. Но мы зато меч улучшили. Так, там сверху какая-то штука еще прилетела. Стрёмная. Я попал. Так, хорошо. Нам теперь надо, наверное, попробовать найти третий этот самый. Там есть еще два кусочка руды. Это что у нас?
очень. Вы нашли телепорт в один конец. Нажмите R для размещения глаза. Нажмите снова, чтобы телепортироваться к нему. Ой, как интересно. Нажмите R для размещения... Давайте мы здесь нажмем и полетели. Одну штучку я выкину. На следующей волне мы сможем, наверное, активировать как раз артефакт уже. Так, тут главное успеть. О, берем. Отпущу одну эту. Давай. Где там? Вот мы уже почти на месте. Подождите меня немножечко. Чуть-чуточку. О-о-о. Так. Я, наверное, сразу ремонтируюсь. Несколько раз. Пять у нас. Ясно, тут ничего интересного нет. Ой-ой-ой. Стремно, конечно, эта штука прилетает. Оп, оп, есть контакт. И еще раз на R, погнали. Так, нам надо сейчас, наверное, найти все-таки активатор для артефакта, вот он. Давай. Есть контакт. И забираем артефакт. И мы выиграли. Я надеюсь. Нам, в принципе, ресурсы сейчас уже никакие не нужны. Можем возвращаться. Музычка такая сразу приятная. Музыка вообще мне нравится очень в этой игре. Очень атмосферно сделано. Все, порядок. Порядок. То есть, по-моему, артефакт активируется самостоятельно, если я не ошибаюсь. Когда у нас... здоровье купола уменьшается до какого-то там значения. Я надеюсь, да, да. Фух. Мы справились, на удивление. На самом деле повезло, что артефакт мы нашли довольно быстро. Страна чудовищ, получено достижение, открыт новый мир, разблокирован новый элемент. Уровень сложности сами напросились на средней карте. И можем... Активация боевой способности, которая в течение некоторого времени будет отражать подлетающие к куполу снаряды. Интересно. Репеллент. Установите бак с репеллентом для отпугивания монстров. Используй спрей на купол и задержи атаку монстров. Давайте вот это попробуем. Это более такое что-то необычное. Посмотрим, как это будет работать. Так... Что у нас тут получается? Это мы на престиж в следующей серии посмотрим. Наверное, мы на все в следующей серии посмотрим. Наверное, с мечом мы и останемся пока. Меч, хоть опять же, не такой удобный, может быть, как лазер, но мне определенно нравится. Что у нас тут? Давайте посмотрим. Большая карта. А вот написано, карта типа новая разблокировалась. Там в достижениях есть еще несколько типов карт, которые мы можем разблокировать. Но карту мы нигде не выбираем. Но, пожалуй, да, у нас, наверное, нету времени на еще один забег сейчас. Забеги довольно долгие уже получаются, ну, когда не умираешь в начале. И в следующей серии мы посмотрим еще на режим престижа. И на большую карту, я думаю, тоже интересно будет посмотреть. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр. И пока. Увидимся в следующей серии.